понедельник на юге Кузбасса будет пасмурно с прояснениями. Пройдет дождь. В Прокопьевске ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 16, плюс 18. В Осинниках ночью плюс 11, плюс 13, днем 17-19 градусов выше 0. В Мысках ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 16, плюс 18. В Междуреченске ночью плюс 10, плюс 12, днем 16-18 градусов тепла. В Шерегеше ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 15, плюс 17. В Новокузнецке 1 июня ожидается пасмурная погода, пройдет дождь. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 16, плюс 18. Ветер северо-восточный, слабый.